Человек и кошка плачут у окошка, серый дождик каплет прямо на стекло. Сложно, пожалуй, найти человека, который бы равнодушно относился к кошкам. Люди делятся на две категории. Те, которые кошек явно недолюбливают, и те, которые обожают. Как истинная любительница кошек, я тоже решила присоединиться к семейству кошачьих. Мяу! Без кота и жизнь не та. Котики шагают по планете, умиляя всех своей непосредственностью. Милые котята и крупногабаритные кошаки заполонили не только просторы интернета, но и выставочное фойе кинотеатра «Художественный». Самарские рукодельницы принесли свои работы в разных техниках. Объединяет их один общий герой – кот. У меня есть кот замечательный, Василий II. Это третий кот в моей жизни. Поэтому вот Василий II, он у нас большой, черный, такой очень красивый кот. Все у нас коты дворовые, мы их подбираем вот из знакомых. Конечно, кошки присутствуют в моем творчестве, но как же можно без них? Женщины и кошки, мне кажется, они... Я не представляю, как дом может быть без кота. Студент кулинарного техникума Егор Саяпин кошек очень любит, несмотря на то, что их не готовит. Кошка в кабачках, конечно, блюдо заманчивое, шутит будущий повар, но все же лучше с четвероногими дружить. Они необычные. Просто они забавные, какие-то штуки утворяют, как собаки практически. Принес мышку из-за того, что я поругался, когда он стырил у меня колбасу со стола. За это он и принес. Шерстяные, пуговичные, деревянные. Разнообразие котов и кошечек зашкаливает. Выставка продлится до 22 марта. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.